Твое слово! Ну, были интересные моменты, конечно, было что-то не совсем по-футбольному, не совсем нереалистичное, но сюжет очень интересный, сам по себе получился. Многие моменты действительно можно подчеркнуть, что они встречаются и в настоящей футбольной жизни. Не реализуют решающий пенальти в игре сборной. Например, самое важное, по сути, проблема была в том, что от головы все идет. Это на самом деле очень важно в футболе, выкинуть все из головы и просто играть в футбол. Ну, я думаю, вот именно эта тема меня вот прям затронула в фильме. Лариса Вольская, президент «Пятёрок». Ничего себе. Не думал, что у врача-реабилитолога может быть такая улыбка. Довольно интересно было, на самом деле, фильм. Сейчас даже не знаю, сколько он шел. 2.5 часа? Ну, честно, прошли никак 2.5. Ну, нормально, легко прошел фильм. То есть один раз посмотреть его точно можно. И я, наверное, даже посоветую всем посмотреть. Пока форму не вернете, об основе забудь. Вы у меня летать должны! А ты зачем сюда приехал? Приехал, чтобы побеждать. Помогайте нам. То есть мы начнем петь, а вы начнете выигрывать. Конечно, нужно показывать побольше побед. И, кстати, наши тренеры очень часто применяют этот прием. Почему я главный тренер команды «Метеор»? Мальчик, который за 20 миллионов в месяц по мячу промахивается. Ты списан. Такие чудеса и творят. Понимать должны, что за ними весь край стоит. Знаете, не знаю, я ожидал, может быть, чуть-чуть более профессионализма какого-то, наверное, в фильме. Хотя, наверное, для общего, может быть, это и не нужно. Эмоции, эмоциональные были моменты очень хорошие, когда команда там, за тренера играла, да, и когда они объединились одной целью. Но то, что касается именно профессии тренер и сколько тренер вкладывает разных, очень много функций, что он делает, я имею в виду профессионально там, и разборы соперника, еще какие-то моменты очень психологические. Вот, наверное, тут только, я думаю, роль тренера чуть что молодого мальчишку, он так все-таки довел, что тот там забил какой-то решающий гол. Я просто думаю, что, более можно было чуть-чуть попрофессиональнее показать работу тренера. Я никогда не наблюдал за художественный фильм, чтобы с людьми, с которыми я в жизни встречался и хорошо знаком. Поэтому чуть-чуть какое-то такое есть ощущение непривычное. Но я говорю, в целом всем хорошего просмотра и хороших эмоций. Из каждого фильма можно вынести хорошие моменты. Поэтому этот фильм не является исключением. Я думаю, он аналог тому «Легенды номер 17». И еще раз говорю, что есть что посмотреть. И я советую всем посмотреть этот фильм. Выжженная земля, покрытая 3-метровым слоем говна. Никому он тут не нужен. Нужен. Вот, может, сейчас больше всего нужен.